Мастер Рилоса, имя данное неизвестному художнику из Арагона, был испанским готическим художником, работавшим, вероятно, между 1435 и 1460 годами. Его эстетический стиль типичен для эпохи арагонской готики в сочетании с новыми признаками реализма, что свидетельствует о его контактах с фламандским искусством. Его стиль живописи был очень похож на стиль других арагонских художников середины века, таких как Бласко де Граньян и Пере Гарсия де Бенавары, что формально ставит мастера Рилоса среди художников линейной готики, соблазненных использованием позолоты и красивых цветов. Однако он также демонстрирует замечательную способность рассказывать истории, полные анекдотических подробностей, и обращать пристальное внимание на самую обыденную реальность. Процесс преодоления консервативных канонов готики и становления реализма в живописи происходил в первую очередь в тех богатых приморских областях страны, которые, как Каталония и Валенсия, были наиболее экономически развитыми территориями Испании, рано завязавшими оживленные торговые и культурные связи с Нидерландами и Италией. Особенно сильным было воздействие нидерландской школы, возросшее после посещения в 1428-1429 годах Пиренейского полуострова Яном ван Эйком. Предпочтение, оказываемое испанскими мастерами нидерландскому искусству, объясняется не только тесными политическими, торговыми и культурными связями между Испанией и Нидерландами. Сам характер реализма нидерландской живописи с его точной детализацией материальностью форм, острой индивидуальной характеристикой человека и общим звучным красочным строем был близок к творческим исканиям испанских живописцев. Испанские мастера тяготели больше к эмпиризму нидерландской школы, нежели к высокой обобщенности образов итальянского искусства. Однако сравнение произведений испанской и нидерландской живописи убеждает в том, насколько еще были сильны в Испании этого времени традиции средневековья. Реалистические приемы в передаче пространства и объемности форм здесь в значительной мере ограничены. В работах испанских мастеров господствует плоскостной принцип изображения, еще более подчеркнутый введением золотых фонов, любовь к тщательному воспроизведению узорчатых драгоценных тканей. По-восточному обильной орнаментации придает этим произведениям оттенок условной
средневековой декоративности. В то же время, по сравнению с нидерландской живописью, испанская живопись 15 века более сурова и драматична. Основное внимание в ней уделено образу человека, раскрытию его внутренних, чаще всего религиозных переживаний. Значительно меньше места занимает изображение окружающей его среды, интерьера, пейзажа, натюрморта. Сцены из жизни Сан-Бласа – это произведение искусства, представляет собой боковые части алтаря, посвященного Сан-Бласу, где воспроизведены 6 сцен его жизни и мученичества, следуя золотой легенде. По своим пропорциям они принадлежали большому запрестольному образу высотой 2,5 метра. Первая сцена – это признание Сан-Бласа епископом, момент его возведения на престол.
Вторая сцена состоит из того, как Сан-Блас благословил животных, иллюстрируя отрывок, о котором сказано в «Золотой легенде». Третья сцена – пленение святого. Когда магистрат обнаружил, что Сан-Блас прячется в пещере, он послал несколько солдат, чтобы поймать его, и они привели его связанным. Четвертая сцена воспроизводит тюрьму. Сан-Блас спас женщину и вернул ей ее поросенка. Когда она узнала, что он был заключен в тюрьму, она с благодарностью убила животное и принесла ему приготовленную еду вместе с хлебом, вином и свечой. Пятая сцена. Пытка на кресте. Последняя сцена, шестая, представляет собой обезглавливание святого палачом, который вкладывает меч в ножны перед магистратом, четырьмя другими рыцарями и солдатом с копьем и шлемом. Что касается центральной панели Сан-Блас, то она находится в коллекции Коста, Плейфилд, Нью-Джерси, США. Христос у гроба с орудиями страстей. Это была центральная часть предела алтаря святого Мартина в Рилласе. Еще одна часть была продана на Христис в 1980 году, а три оставшиеся части находятся в частных коллекциях в Нью-Йорке. Вершина распятия находится в Национальной галерее в Лондоне, где она приписывается мастеру Рилласа. Христос стоит в своей могиле в окружении орудий пыток и на декоративном фоне. Христос, хотя и мертвый, стоит прямо. Это общая испанская и североитальянская тема – торжество Христа над смертью.